Всем привет! Идем с мужем дальше работы делать. Просыпаемся каждый день и думаем, что надо бегом делать дальше. Отдохнуть. И идем работать. У меня так сейчас навис, что я сейчас рухну. Реально отдыхает на мне. Ты загоняла уже всех. Что ты врешь? Я тебя гоню куда-то? Конечно, работа. Конечно. А он собирался сегодня ехать куда-то с мотоциклом. Да, резину менять. А тут надо доделывать клетку лимона. И привезли с эпицентра нам эту качалку. Сейчас мы ее пойдем увидим. Солнышко. Сегодня солнышко, представьте. Кость, ну мокро же. Где мокро? Все высохло. Я ездил мусор вывозить, весь асфальт сухой. Такой шанс упускать нельзя, он раз в жизни был. Да, конечно. Привет. Привет, Дашель. Как дела? Нормально, у тебя? Я залезу к тебе сейчас. Вот она, наша качалочка упакованная. Интересненько. Тяжелая, да? Она должна быть тяжелая. Потому что выдерживает 320 килограмм. Да, Костя хочет вымыть плитку. Он говорит, здесь всякие мы работы делали, клетки мыли. Я, говорит, хочу керхером вымыть плитку. Понравилось ему его керхером работать. А я пока на солнышке погреюсь. Слушай, Кость, подожди, а давай сначала я хотела лимона попробовать выпустить, чтобы пока не стоит качалка, чтобы он ее не подрал, чтобы он побегал. Ну, я за ним не буду. Не, я буду. Ты спрячешься, где-то на высоту вылезешь, а я побегаю. Я не боюсь. Просто ловить его я не буду. Ну, я тебя что, прошу его ловить, я прошу, чтобы он побегал по двору. Я хочу посмотреть, как он себя будет вести. Если он так чухнет, ты просто не успеешь. Залезет на какое-то дерево, на забор. Дай нам 10 минуток с ним погулять. Давай мне Настю, мы с ней вдвоем погуляем. А ты пока посиди с Маськой. А потом выйдешь. Настя его хоть поймает. Хотя? Поймает. Мы возьмем эту переноску. И провод лучше убери все-таки. Мало ли, погрызет. Даша смотрит мое видео. Сейчас кладовку увидишь. С игрушками. Все пакеты, которые были в этой куче с игрушками, сложила вот в эту кладовую. Вы готовы увидеть домашний магазин игрушек? Тогда поехали. Посмотрите на это, я сама была в шоке, сколько у нас мягких игрушек, просто трэш. Посмотрите, просто игрушечный магазин здесь. Там настольные игры, здесь мягкие игрушки. Очень много. Так, Костя пошел за Настей, а мы с Дашей сейчас будем прятаться повыше, чтобы лимон мог бегать. Не, я пока прятаться не буду, я к нему даже в клетку заходила, я не боюсь. Но Дашу лучше спрятать, вдруг он забежит туда на горку и ее укусит. Поэтому она идет на самую высокую точку нашего двора. Идет обходными путями от меня подальше. Вот туда. Где, кстати, он? Лимоша, ты бежишь, малыш. Бежишь навстречу, зайка. Лимончик. Лимош. Он облюбовал себе именно крышу этого домика. Он внутрь не заходит в будку, а живет на ней. Беги ко мне, беги, малыш. Лимоша. Лимончик. Ты тут ночью не замерз? Мальчик, лимончик. Он нюхать принесла ли ему что-то вкусненькое? Лимоша, я сейчас тебе лучше. Я тебя выпущу погулять. Так, ну что, смертельный номер. Лимоша, свобода. Свобода, Лимошка. Выходи, малыш. Лимофа. Мам, а? Ты делаешь? Да. Не вздумай его выпускать. Я не разрешаю. Это мое животное. Да сейчас. Мама, я не разрешаю. Это общее выпускать. Животное. Нет. Настя, он погуляет и зайдет. Ку-ку, Настя. Ох. Мам, ну куда? Он хороший мальчик. Лимоша, выходи. Ну что там застрял? Выходи. Выходи, мой хороший. Не сбежит. Да, понятно. Он просто погуляет. Пошли на травку. Лимошка, идем на травку. Как ты его собралась загонять обратно? Руками брать? Его не возьмешь. Лимош, давай на травку. Да не в ту сторону. О, он к Даше лезет. Лимон, лимон. Настя, забери его во двор. Я не буду его брать руками. Он к Даше лезет, Настя. Мам, я тебя просила его не выпускать. Мне достаточно шрамов на руках, спасибо.
Надо же было из всего двора выбрать лезть к Даше. Даша, страшно было, что залезет? Да. Доберется до меня? Доберется, если захочет. Вот, гуляйте спокойно. Это пока. Потому что пока не знаю, где он находится. Лимошенька. Пусть побегает. Фу-фу-фу, Лимоша, краску не надо. Лимон. Ну куда опять? Ты хочешь туда зайти? Блин, Даша, он опять к тебе. А что тебя сюда несет? Лимон, иди на травку погуляй. Лимошенька. Нет, несет к лестнице, где Даша. Вот как поднимется, что будешь делать? Главное сохранять спокойствие. Фу, как Лимон? Ты что, думаешь, это Алиса, мам? Он поймет? Он поймет, он тоже интеллектуал. Фу, как он поймет, мам? Интеллектуал, видишь, не взял же. О, вот зашел. Видишь, зашел к себе домой. Лимончик. Это странно. Может, его вообще можно выпускать? Если он дома выходит из клетки, то все это... Ну, это ж не дом. Агрессия сотрываемая. Это ж не дом. О, Лимон нашел свою клетку любимую. Сейчас на нее залезет. И как те точки. Их надо... Залезет туда наверх, а потом через заборчик. Да, их надо почистить. Их надо поменять. Не, Лимон, там же там дырка в конце большая в огород или нет? Я не знаю, мам. Лимон, блин. Класс. Фух, возвращается. Я уже побежала в огород. Я думала, что он сейчас вот туда слезет. А тут с огорода кто его знает? Может, к соседям есть проход. Негде уйти. Где тут? Ну, я эту дырку не видела. Надо там закрыть чем-то. Лимош! Лимоша! Лимон! Давай его оттуда сейчас немножечко. Лимоша! А ты травку нюхал? Лимося! Так, надо закрыть в огород дверь. О, полезно свою клеточку. А с нее он, кстати, может на дерево выдрепаться. О, хорошо, что там линолеум. Кстати, если он залезет на дерево, что делать? Ждать, пока слезет. Нет, сюда нельзя. А что нельзя? Потому что он туда перелезет на дерево. Блин, сейчас на крышу это залезет. Сюда нельзя. Лимон, сюда нельзя. Лимон! Ну он сердится, смотри, он тебя так укусит. Он туда вылезет и все, и вот туда потом на крышу. А ты не кричи на него, скажи ласково. Лимошечка, иди сюда, малыш. Иди ко мне. Лимончик, лимосик. Молодец. Ой, хороший мальчик. Ой, тебя к себе в клетку хочет, смотри. Может, отпереть ему? Давай отопрем, пусть внутри лазит. Где ключ? А вот я не знаю. Беги у папы спроси. Реально, внутри он может лазить вообще спокойно сейчас. Да. Чего мы сразу не подумали? Лимося! Лимончик! Лимончик! Малыш! Хороший! Лимоша! Лимошенька. Настя, давай скорей. А его попкорн нам нельзя? Что? А его попкорн нам нельзя? Не, попкорна ему нельзя. Надо ему бананчик вынести. Елена, только не уходите. Лимоша. Лимошенька. Не, я от него отказалась. Я решила, что с меня МРТ хватит.
Я не забыла, я им звонила, сказала, что не буду. А на МРТ завтра? На МРТ в пятницу. Просто мне сказал Дима, что МРТ сосудов хватит с головой, УЗИ не нужно. А УЗИ это контакт с врачом. Ой, она что-то не собранная. А ты енота не боишься? А если грызанет? Ой, боги мои, я упал. Да, мой мальчик, мой лимошенька. Мам, он трохи кусается уже. Ты кусаешься уже, я тебя не трогаю. Его надо, видишь, оно упало просто. Да я знаю, его же еще никто не крепил нигде. Мне кажется, не надо клетку портить. Может, вообще эту будку лучше туда перетащить? В смысле, куда туда? В клетку? Ну, он да. В будку вообще не заходит. Не, ну если вы хотите, буду. И пусть в этой клетке. Видишь, он хочет в эту клетку. Ну да, так. Прям просится. Так мы же хотим открыть Насте ключище. Отпирай скорее. Ему не терпится. Домой, да. Домой, малыш. Свою клеточку лимося хочет. Иди, лимос. Иди в клеточку. А как же ему понять, куда зайти? Так вот, да. Иди, лимош. Давай я его посажу. Ну, а ты его возьмешь в руки? Да. Он укусит. Ага. Ё-моё. Вот именно. Зарычал на меня. Ладно, я знаю, как. Лимон. Пошли в клетку. Вот об этом я и говорила. Видишь, он уже агрессивным становится. Цепляйся, лимош. Лимош. Может, надо отойти, а то мы тут все стали, ему проход загородили. Подожди, есть еще идея. Давай мы эти когтеточки внутрь засунем, когда он зайдет. Лучше ту засунь, а эту... Господи. Смотри, как он смотрит, куда я потащила. Смотри, смотри. Так надо поставить, чтобы она не падала. Так она и не будет падать, она он даже не вылазит. Подожди. Боже, он сейчас упадет. Боком. Боком, боком. А куда? Мам, он, по-моему... Ну где она стоит? Ну вот. Боже. Лимоша. А это еще тяжелее. А ты все хочешь? Взять? Ну да. Их всего две, в смысле все. Лимоша, смотри. Смотри, где твои когтеточки. Лимошка, иди внутрь. Блин, сейчас опять туда пойдет. Ну да, я вижу. Еще и побежал бегом. Ой-ой-ой. Лимоша. Ма, ты с ума сошла? Сейчас рухнет. Просто она там и так скрипит. Ну, в смысле, я за тебя переживаю, жопа мне не жалко. Жопа не помещает. Так свалишься. А сесть некуда, потому что кое-кто скамеечку убрал. Вон новая стоит сзади тебя. Ну так сколько она еще стоять? Сейчас соберем. Ды какая. Подождать она не может. Вышла раз в год. Кто-то должен знать, что ты соберешься пойти покачаться. Лимошка. А что за мусор уже валяется у нас? Некому убирать. О, Господи. Бабушка. Что, нельзя было меня предупредить, что мы никуда не едем? Я бы не одевалась, лежала там и не мешала. Ну, вышла хоть на свежий воздух. Да, скажи спасибо. О, почти. Он к водичке хочет. Ну, он зайдет, у него там открыто. Слушай, походу он может жить во дворе. Нет, не надо. Ну, посмотри, нормально же гуляет. Ой, смотри, чтобы к Даше не пошел. Я забыла, что там Даша. Так, он опять к Даше хочет. Сейчас Даша, может, он зайдет уже к себе и закроем его. И покусает тебя. Да не к ней, а к себе, в клетку. Закрывай. Вот видишь? Как все хорошо прошло. Он тебя два раза чуть не сбежал. А где? Ну не сбежал же. Вон, на крыльчике. Вон, на крыльчачий. А. Если бы он туда побежал, был чуть-чуть милее, и что бы ты делала? Ну все ж хорошо закончилось. Настя, телефон не забыла. Да, я помню.